Друзья мои, всем приветики, всех приветствую. У нас, девчонки, сегодня обзор от интернет-магазина TikiTex. Хорошие, качественные вещи. Что мы в этот раз заказали? Заказали вот такую вот жилетку. Рита уже примерила показать вам, как это смотрится. Как она смотрится. Такие карманы глубокие, хорошие. Жилетка на замочке, на молнии. Впереди шнуровка. Можно одеть капюшон, тепленький капюшончик, по погоде все. Под низ оденет толстовочку теплую, жилетка такая вот с начесиком, хорошая, такая вот жилеточка. Ну что, тебе как? Мне нравится. Нравится? Понравилась жилетка? Да. Ну вот, с толстовкой, в такую погоду ветреную, само то здесь... Такой вырез, здесь резиночка, все прострочено, все замечательно, жилетка удобная, комфортно и отлично для Риты жилетка. Для себя, девчонки, я заказала вот такой вот костюм, костюмчик, так, костюм у нас 54 размера заказывала, здесь вот все, в общем, написаны размеры, рекомендации, состав, хлопок 73%, полиэстер 22% и лайкра 5%. Шьет Натали, девочки, качество отлично. Такая вот ветровочка на молнии снизу. Здесь, в общем, такая вот резиночка вставлена, можно подзатянуть, если свободно. И будет хорошо. Карманы накладные. Два кармашка спереди. Тут надпись. В общем, рукав 3/4 на резинке. Костюмчик такой классный. Прям вообще, я его примеряла. Мне замечательно. Так, брюки на резинке. Карманы тоже такие хорошие, глубокие. Материал, девочки, показываю поближе. Такой вот приятный материальчик. По низу брюки просто прострочены. В общем, так. Такой вот для себя костюм. А для парней футболочки, тоже классные футболки. Футболочки заказываем не первый раз, девочки видели. Заказываю 48 размер, расцветки различные, качество хорошее. Все прошито, все очень замечательно. Вот такие две футболочки. Вот такая, девчонки, футболка. Слава нам примерил. Футболка Босс для племянника Славы. Девочки, ссылки внизу в описании. Доставка по всей России. Доставка в Казахстан. В Беларусь доставку делают. Посылку собирают быстро, девчонки. Оплата как наложенным платежом при получении и по карте. В общем, вещи хорошие, качественные, вещи для всей семьи. Заходите по оригинальным ссылочкам и радуйте себя и своих близких. Желаю вам, девчонки, хороших покупок. Это был интернет-магазин TikiTex. Весело с Ритой, да? Ай, весело Рита качает. Пластилин лепите давайте. Он что, откусил, что ли? Он откусил, парень, пластилин. Мать, давай забирай у него скорее. Он не откусил, тут... он хотел его на зуб попробовать. А, попробовать хотел? Понятно. Давай я больше. Давайте, лепите. Это вот. Вот. София с Матвейкой будут паровозы лепить, да? Это вот пояс леплю только. Вот так. А я зайчик. Давай, у тебя зайчик. Ну погода хорошенькая. Ну, лепи вон. Ветерок попозже. Пойдем гулять с ребятишками. Ну-ка, покажи, какой у тебя зайчик-то получился. Ой, как там на улице хорошо. Хорошо, да. Потом попозже пойдем гулять. Давайте, лепите. Ой, какая тяжелая. Она тяжелая. Осторожно. На. Я скажу, тяжелая. Тяжеленькая. Давай, ходи. У нас сегодня с утра полный дом гостей. Пришла в гости сестра с мужем и с ребятишками. Начинаем ремонт кухни. Нашу небольшую кухонку муж сестры будет обклеивать панелями самоклеющими.
А мы с мужем, в общем, отправились в магазин, чтобы докупить кое-что для ремонта, зайти в соседний магазин, купить продуктов. Так как у нас полный дом ребятишек, нужно было купить что-то вкусненькое к чаю. У нас закончилось дома кофе, в общем, закончились какие-то продукты, нужно было докупить. Еще у нас закончилось детское питание у Евочки, мясные пюрешки, фруктовые здесь же в этом магазине берем. Так, папа берет детям пюре. Ну, я не знаю, сколько. Мы тут в магазин пришли, немножко закупились. 4. Считай детей, сколько там получается у нас. На всех по баночке? Ну а что, конечно. Сколько у нас детей? 9. 9 детей, 9 баночек. Упаковку возьми сразу, да и все. Надо было взять сразу упаковку. Пюре вкусное, кстати. Я в прошлый раз брала. А упаковку? Да. Упаковку, да, возьми. А что ты убираешь? Не убирай. Баночку-то одну оставляй. В прошлый раз брали, оно вкусное, кстати. Но в прошлый раз было пюре просто яблочное. А тут еще вот какое-то пюре. Да, яблоко-банановое. Слушай, возьми еще яблоко-банановое. Упаковку целую. Во. Вот так вот. Тут всякие разные к чаю сладости тоже для ребятишек. Пюрешки тут мясные. Давай Еве тоже мясного возьмем. Ну. Не, ну сварить сварим на всякий случай, Саша. Все равно упаковочку возьми. Смотри. Да. Индейка и овощи есть. Есть просто куриная, наверное. Это не они. Ризотто, цыпленка с овощами. Не знаю, вот это то, наверное. Смотри. Все равно берем детское питание же, а как не брать? Не могу проходить, девчонки, спокойно мимо игрушек. Здесь всегда появляется что-то новенькое. В этот раз вот такие вот куклы интересные. В общем, взяла для Евочки одну куколку. Домой, когда пришли, уже маленький у сестры Нурик тоже захотел такую же. Но я не подумала, что мальчишка тоже захочет поиграть куклой. Игрушки я взяла для ребятишек помладше. Куклу взяла для Софии, для Ильяса с Матвейкой я взяла динозавров, конструкторов, и для Евочки вот такого прекрасного пупсика. Обалденный пупсик, он такой красивый, мне он очень понравился. Игрушки здесь не сильно дорогие, ребятишки останутся довольны. Ой. Слава, говорю. Ты кому откроешь? Матвейке? Подожди, Матвей, давай пюрешку ешьте. Рита. Евочку кормит Рита, да? Вкусно? Скушайте пюре давайте. Да, и старшие дети тоже пюре едят. Тут хочется. Она сама может, да? Может, пытается она. Ильяс, тебе не дали пюре-то? Ильясик, вы там собрали игрушки? Ильяс на пуле. Ильяс. Мне пюре не дали. Вот, на. Беги за стол, садись. Тут, наверное, одна поварёшка. А там, я вижу, ты вырезал специально полосочку. Ты говоришь? Тут, наверное, одна поварёшка. Полосочку вырезал вам, да? 200 грамм. Печенюшки надо. Печенюшки дам. Давайте, поставил, кушайте пюре. Вкусное пюре. Такое. А вы какое кушаете? Это мы тоже. А? Вот яблоко-банан, ага. Угу. Кушайте, давайте. Ой, что, тебе не дают? Не дают тебе? Ну-ка, давай, покорми Еву. Корми Еву. И это... Она девочка, она должна его кормить. Нет, она... Он ее кормит? Он отдал, да, свой белок. Какой добрый мальчик, потом скажи, да? Взял эту ножку и еще ей. Тебя кормит Нурик, да? Нурик, да, тебя кормит. Нурика подстригли. Папа подстригал, ага, на лысо. Мы, кстати, ни одного ребенка на лысо не подстригали. Мне это всегда... Лысые, они у нас и так лысые. Не, у нас начинают волосики расти.
Вот. Вот так вот. Смотри, уже видишь, что ее отдает. Еще кормит ее, что ли? Целый надо было дать. Ты шоколад ела. Она забирает смотреть у него. Да ты корми братика-то, дай ему, покорми его. Покорми Нурика-то. А то он тебя кормит, а ты только свой рот. Она его не кормит, он ее кормит. А, Булечка красавица, да? Сама буду кузить. Он этот шоколад съедает, а печеньки ест. Он мужчина, мужчина должен кормить женщину. Смотри, он шоколад съедает, а остальное... А ножки ей дает, что ли? Вот так вот, ой, вот так вот, молодцы какие, да? Ой, у нас тут потихоньку-потихоньку продвигается работа. Здесь кавардак. Собрали игрушки? Собирайте, идите, потом мама вам даст новые игрушечки. Давай, иди. Тетя Лера водится, тетя Оля кушать варит. Ну, варится на плите. Варится, да. Ребятишки кусать захотят, да? Вас кормить надо. Пюре перекусили, вот грибочки. Ну пусть сидят. Сидите давайте. Старшие дети. Что-то тут бурно. Бурно, Рита, ты их грузишь, да? Че ты им рассказываешь? Ничего. Стесняется уже. Ой. Мы в магазин съездили. Да, сейчас вот соберете игрушки и новые. Да. Пойдем посмотрим, пойдем. Что-то купили, подожди, вначале мы будем давать подарок для Софии. Такая вот кукла. София. У нее рот занят, они грибочки едят. Подожди. Давай, мама тебе сейчас тоже достанет. Да, и малыши тоже что-то хотят. Но для вас малышей нету. В общем, для вас с Ильясом вот такие вот конструкторы, дракон. У нас был уже когда-то такой. Не трогай, Матвей. Это Еве. Для Евочки, девочки, такой вот пупсик, да. Она маленькая. Потом куклу распечатаем. Надо, да? Ручки вымой давай. Кушали грибочки? Давайте. Давай, съедай вот эти грибочки. Ну что, Матвей, распечатывай давай. Игрушку. Мне еще сегодня заказ надо оформить. Я сегодня. Вчера смотрела, слушай, заказать хочу на Озоне этот паровозик там, в общем, тоже развивающий. И карточки. Да? Открывай. О, давай откроем. Матвей, ну ты все в раз. Надо. Вот, открывай. Играй давай. Как открыть-то? Давай откроем. Здесь вот коробочка, да, запечатана. Риту надо позвать. Ты помолочки свои. Ой, ждет куколу-то тоже, смотри-ка. Давай, распечатаем. Тебе надо куколку? Это и я. Малышу-то мы ничего не купили, мы потому что в один магазин заехали, а там особо выбора нету. Драконов последних забрали. Не дракона, это динозавр. Последние вот такие два штуки оставалось, как раз по возрасту. Для Ильяса с Матвейкой. Сюда кнопочку нажимаешь. Ну-ка. Ничего себе. Это как-то... Ай, погоди. Ну-ка, стреляйте. Матвейка, стреляй давай. Подожди, разобрали динозавров. Да не нажимай ты раньше времени. Тапочки там что-то? Там какие тапки. Зюзи динозавр стреляет всякое. Ну-ка давай, интересно. Погоди, не надо так. Не надо так, он их вырвать хочет. Слушай, ему тоже надо, пупсика, смотри. Ему интересно, да ведь? Тебе тоже такое надо? Молодец, смотри, стреляй. Вот. Она не дает ему, ага. Это девочка. Для девочки, для да. Для девочки, да. Просто все. Он вот мальчик. Я думала, он мальчик, ему не надо такого. Видишь, она ругает его, не дает. Тебе не дают, да. Но мы тебе купим такого же. Такого же надо, значит, ему купить. Ему интересно. Смотри, какой. Да. Ну-ка, нельзя. Нельзя так. Ой, какие у девочек куклы. София, любишь в куколки играть? Ты играешь? Такая куколка. А ты давай укладывай свою спать. Давай. Бай-бай. Такой пупсик. Мне тоже она... Есть такая? Вот такая есть у тебя куколка?
Нет, у нее есть такая кукла, у которой глаза закрывают. А-а-а. И много волос. Ну, это Ляля. Евочка, девочка маленькая, да? И такая куколка для нее. Ой, как я любила в куклы-то играть. Как интересно было. Прям вообще. Они сейчас поедут, купят ему. Ну, они съездят, там надо еще плитки взять. Ну, Саша поедет с Насимом. Мама, можно? Ну? Мне 200 рублей, а вот себе тоже пожалуйста. Всем все надо. Всем все надо так. Завлекся. Да? Тебе еще на. Ой. Пятый класс, Вита, ага. Нет, четвертый. А, ну пятый, пойдешь в пятый. А куда мне стрелять? Давай, стреляй вот в ту сторону куда-нибудь. Ну-ка. Давай вот так. Ну-ка. Давай вот так. Во. Играет. Дети наигрались, промялись. Приятного аппетита вам. Кушайте давайте кашку. Да. Рита. Евочка кашку кушает, да? Кушайте давайте. Ты его тоже будешь кормить? Его тоже. Маленького-то, ага. Рита покормит. Я покормлю его. Покормлю его. Давай я ее буду кормить. Вот. А ты будешь Нурика кормить. Да. Давайте кушайте, потом гулять пойдем. Да, гулять пойдем. У нас тут. Потихоньку, потихоньку. Мама, тебе что? Я иду. Без разницы? Я не люблю так, без разницы. Может, грудку, может, крылышко, может, ножку. Что хочешь? Мама. Я же тебе сказали, кто что любит, видишь? У нас парни, например, вот ножки они вообще не едят. Я грудку с ножкой. Грудку любят. Ну. А, давайте, я кушайте. Я тебе пожарю. Так, лечи давай, откладывай. Ну, вот маленьких накормили. Больших. Ложку я тебе не дала, слова. Сейчас ложку дам. Собрались погулять. Куртку Матвейкину одели. А ребятишки тут уже чем занимаются? Пирожки строят? Строят, стряпают. Вот так вот. Молодцы. Играйте давайте. Переворачивай. Резче переверни. Ой. Да покачай, ничего страшного. Заняли качельку. Давай, делай пирожок. Вот так. Качай сильнее. Сильнее качай. Ох, полетели, полетели. Полетели, полетели. Сейчас спать будем. В колясочке спать хочет. Она сейчас в коляске-то поспит. Погуляем маленько. Ну-ка, давай, спускайся. Погуляем маленечко. Ветерок, ага. Долго гулять не а ты еще в джинсовочке тоже. На, тепло одеваться. Мы одели теплую кофту, куртку. Ну, хорошо днем-то. Нам уже ближе к вечеру время. Потому что, ну... Она сейчас тоже спать уже хочет, считай. Поспит. Время у нас, девчонки, ближе к вечеру. Уже заканчивается ремонт на кухне. Работы много. Нужно все помыть, поубирать. Баня натоплена. Вымыть ребятишек, проводить гостей. Закончить, в общем, на сегодняшний день всю домашнюю эту работу в субботний день, чтобы в воскресенье отдыхать. Ребятишки нагулялись, наигрались, на качели накачались. В общем, старшие дети смотрели за младшими детьми. Где-то мы с сестрой, в общем, по очереди смотрели за ребятишками, потому что за ними нужен глаз да глаз. Я занималась периодически, помогала Насиму по клейке и по уборке кухни. В общем, много работы, еще раз повторюсь. Но мы, в общем, справились. Справились, девочки, вечером. Был хороший результат. К вечеру уже была готова кухня. Я была очень довольна. Хорошо посидели после бани. В общем, проводили гостей. Ребятишки за день наигрались, навеселились. Время было уже позднее. Муж отвез на машине домой. Маленькие дети уже уснули прямо в машине. Наши тоже ребятишки уснули. Но так как у нас лезут зубки, 4 зуба у Евочки режутся. В общем, всю ночь, девчонки, просто всю ночь мы не спали.
Муж, конечно, поспал подольше. Я легла спать уже в 8 утра. Давали нурофен, на какое-то время она успокаивалась. Снова начинала капризничать. Ребенок всю ночь не спит, либо засыпает на короткий промежуток времени. Ты только ложишься на диван, и такое ощущение, что она тебя просто слышит. Слышит скрип дивана, а все равно какой-то как бы шорох. И тут же просыпается, ты соскакиваешь, начинаешь ее качать. В общем, что мы только не делали в эту ночь. И в коляске качались, и на диване, и на руках, и в игрушки играли. В общем, я даже принесла влажные салфетки, собирала игрушки, протирала игрушки влажными салфетками, протерла стол, протерла под столом. В общем, везде, можно сказать, навела порядок. В общем, в 8 утра мы немножко передохнули. Евочка уснула, и я тоже. Спали мы совсем недолго, проснулись, время уже было 11 час. Нужно было заниматься ребятишками, готовить завтрак, кормить. В общем, день начался. День у нас выходной, воскресный. Сегодня в этот день я никакое видео не снимаю, так как ночь у меня была бессонной. Я совсем осталась обесточена, обессилена. Дети требуют очень много внимания, а когда ребенка что-то беспокоит, он требует в 2 раза больше внимания и от мамы, и от папы. Так что в выходной день воскресный мы будем проводить с ребятишками. А я, друзья, на этом с вами прощаюсь. Желаю вам добра. Всем вам огромное спасибо за то, что нас смотрите, пишете, за ваши пожелания, за добрые слова. За все огромное вам спасибо. Всем пока-пока.